Всем привет! Дотёрный прогноз на матч шестого тура группового раунда Лиги Европы Лудогорец-ЛАСК. Статистика команд. Лудогорец проиграл все матчи в группе, идет последним. Лудогорец все матчи отыграл на тотал больше. ЛАСК набрал 7 очков и идет на третьем месте. В предыдущем туре Лудогорец ожидаемо проиграл Антверпену на выезде 1-3. ЛАСК не смог дома выиграть Тоттенхэм в голевой перестрелке 3-3 и окончательно потерял шансы на плей-офф. С турнирной точки зрения, данный матч никакого значения не имеет. Ни Лудогорец, ни ЛАСК не поднимутся выше тех мест, на которых сейчас находятся. Лудогорец очень забивная пропускная команда. Наверняка хозяева постараются взять первые очки в этой Лиге Европы и будут играть на победу. ЛАСК будет иметь возможность легко вскрывать и без того неважную защиту хозяев. И тоже будет забивать. Все стоит за результативный матч, в котором победить может любая из команд. Из связки ставок тотал большего безобьют на победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2.12. На тотал больше 1.63. На обе забьют да 1.53. Пожалуй, ставка на результативный матч будет наиболее оптимальной на эту игру. Она имеет коэффициент выше на десятку, а то обе забьют да. И здесь запросто одна из команд может выиграть на 3-0. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.